Идет колоссальное сокращение медицинских ставок. Да. Идет закрытие больниц. Заработные платы просто минимальные. Работники здравоохранения сегодня существуют в двух условиях. Первое, или же они вынуждены жить как нищие, или же они вынуждены просто ждать денег и подаяний от пациента. Как результат, колоссальное количество лучших медицинских работников, врачей каждый год уезжает из этой страны. И их с удовольствием принимает Израиль, Америка, дают им нормальные зарплаты, обеспечивают их жильем. И вы знаете, к сожалению, мы скоро с вами дождемся того, что из операционных, из своих кабинетов медицинские работники скоро придут к парламенту и будут митинг в белых халатах, и правительству, с требованием менять, срочно менять такую ситуацию.